Здравствуйте, меня зовут Ирина Лямшина, и я рада вас приветствовать на своем канале Иришка Ле. Мне часто задают вопрос, какими кисточками я пользуюсь и какие бы кисточки я посоветовала для тех, кто начинает рисовать. И я решила сделать видео и показать кисточки, которыми я расписываю. Для росписи я использую колонок. Он мне больше всего нравится. Кисточка должна собираться обратно в тонкий кончик. А вот кисточка, которая заостренная к концу. И может показаться, что ее вполне можно расписывать. Но тест показывает, что она не собирается в острый кончик, как было с предыдущей. Для тех, кто начинает только-только расписывать, я бы рекомендовала покупать кисточки в художественных салонах. Сейчас в художественных салонах, в художественных магазинах продаются кисточки для маникюра, то есть для так называемой китайской росписи на ногтях. Если вы только начинаете осваивать роспись, то я рекомендую вам купить именно такие кисточки, поскольку к ним более жесткие требования, они должны быть тоненькими. И, скорее всего, вы купите именно кисточку с кончиком. Эти кисточки достаточно дорогие. Вот у меня есть такая кисть. Я ее недавно купила. И довольна ее качеством. Когда вы поймете, когда вы опробуете эту кисточку, поймете, какими качествами должна обладать, то есть на своем личном опыте прочувствуете, сможете выбирать кисточку именно такого качества, которое нужно для росписи. Так, еще раз повторю. Лично я использую колонковые кисточки для росписи. Предпочитаю покупать кисточки в художественных салонах. И совет для начинающих художников. Покупайте кисточки для маникюра, поскольку к этим кистям более жесткие требования, и они, скорее всего, лучше подойдут вам для росписи. Спасибо за внимание.